Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, а это игра под названием Clash Royale. Естественно, нам нужно каким-то чудеснейшим образом все это дело воссоединить у себя в голове. И мы, конечно же, получаем 3000, но это я считаю нормально. 89 по защите. Естественно, мы единственные, кто делает продвижение. Это замечательно. Так, ну что ж, у нас кто в клане есть? Ага. Так, мистер Дудец. Ну, понятно, мы с ним тут самые-самые, конечно. Самые-самые-самые. Ладно, окей, мы делимся. Поделились. Ага. Так, хорошо. Денег много, а улучшать некуда. Жалко. Было бы неплохо, кстати говоря. Давайте, о, 2 дня осталось, давайте мы сейчас с вами эту самую золотую монетную лихорадку с вами пройдем. И мы будем с вами молодцами. Итак, естественно, нам нужно прямо сейчас запустить... Нет, как вы подумали... Стрелы. Хорошо. Молодцы. Не отвлекайся. Бей. Хорошо. Хорошо. Да слабенькие, слабенькие, слабачки. Самая крутая лазейка — это просто тупо ждать. Просто тупо ждем. И внимание, запускаем. Ах, не успел, жалко. Фаер! Хорош. Хорош. О, блин, а? Я сейчас кому-то. Хорош! Хорош, задержали. Да в курсах, что не проканает. Ну что-то я не знаю. И уходи. Эх, тварь ушла. Жалко. Жадина. Блин, вот придется на этих мышек потратиться, собака. Ты меня задолбал, понял? Стой! Стоять! Ты этого не сделаешь! Нет! Блин, ребят, быть в шаге от такого... Быть в шаге — это просто, ну, я считаю, просто, ну... Надо, дать шанс! Наш шанс всех отпердолить, короче, вот, все. Как следует, сейчас мы всех отпердолим, и нам будет счастье, ребят. Пожалуйста, помоги нам, пожалуйста. Хорош. Стой! Хорош. Блин, надо защищаться. Надо. Быстрей. Нет! Я ошибся, блин! Нет, я ошибся. Нет. Держимся до последнего. Будем держаться до последнего, пока не отсигарим противника, ребята.
эту сейчас гадину нужно обязательно пришутить. Нет! Фух. Но это ненадолго. Да. Это ненадолго. Жалко, ребят. Очень жалко. А ведь хороший был бой, ребят. Ну, равносильный, хочу сказать. Равносильный. То есть, вот чуть-чуть везения не хватило. То есть, могло быть везение, но... Что-то везение мы куда-то похерили. Ай, жалко, жалко. Божечки ты, кошечки. Жалко очень. Хотя у нас карты очень неплохие. Если мы их правильно будем использовать, то победа в наших руках. Так, естественно, мы сейчас направляющие звенья возьмем. Да, конечно! Стоять, еще прыгну, понял? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Назад, назад, стой на месте! Хорош. Да, конечно. Стоп. Хорош. Ну, конечно, да. Я буду орать, пока не добьюсь своего. Стоять. Зря, 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 зря. Нет, нормально. Пока все нормально, пока все норм, норм. Ничего, ничего, ничего. Но... Ладно, окей. Чуть-чуть дадим коснуть, но дальше прям реально... Просто забыли варварский рык. Так. Это надо причувствовать. Хорош! Причувствовали небо! Хорошо! Все! Все! А теперь будешь знать, будешь знать, как на меня бежать, как на меня будешь потом свои бочки катать. Давай! Все, свои яйца катаем, откатаем, откатаем. Хорошечно! Зажечно, зажечно! Офигечно, зажечно! Держимся, держимся, ребятки, держимся, хорошо! Держимся, ребятки, хорошо, держимся, 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 И ты чё ещё за спидхаки были только что, э? И ты чё ещё за... Ты чё за допинг у тебя там был, а? Это нечестно, слышь? Ну, вот потом верь этим недоумкам, как говорится. Играет, но потом нечестно. Ведь почти удержал. Ну, не знал, что у него там... У него мегарыцарь есть, у меня его нет. Я не виноват, что такой рандомайзер тупой. И не в мою благосклонную сторону склонился. Я в этом не виноват и не причастен. Это... От меня бог Clash Royale отвернулся. Вот так. Эти ща дам. Ты тварь! Чё ты не успела-то сразу? Дрянь. О, осталось 19. А ничего.
Ты меня, тварь, задолбал, понял? Ты меня, дрянь, задолбал, слышь? Понял меня? Я понял? Пока что 1-1, но... А, нет. Стоять! Так, ну, в принципе, борьба сейчас пока на равных, ребят. Стоять. Ну-ка, нельзя. Не уходи никуда. Хорош. Не успеет! Не успеет! Не успел! Хорошо. Фух, вот это хорошо. Вот это я понимаю. Еле-еле мне хватило, ребят. Прям еле мели пюсечку, реально. Я ждал, что я сейчас не потяну. Да. Вот это жесткий соперник. Вот это я понимаю теперь. Заявка на победу. Там. Ага. Окей. Вот это, блин, была заявка на победу. Я-то уж не хотел, чтобы меня сейчас 9 уровень, о, вернее, 8 уровень. Стой. Блин, это не смешно сейчас. Блин, нельзя признавать, что у него армия сильнее, чем у меня. Нельзя это признать, нельзя. Собака. Меня уничтожил, самочинная тварь. Стой. Ладно, окей, жалко. Стой, стой. Хорош! Убегай! Ну-ка. Тварь такая, ну. Блин, все же скелетики, они такие бишкетники, это прям я не знаю. Отлично. Так, огненный удар. Хорош. Убиваем и Вальку, и все остальное. Почему ты в первую очередь убиваешь то, что ближнее у тебя рядом? У меня не такие донатские войска, как у него. Так. Слава сил, слава и сила Варковскому Рыку, нашему владыке. Так,
Главное, блин, сейчас не дрогать. Главное, блин, сейчас не дрогать, ребята. Хорош. Не успел. Одну башенку повалил. Ну, опять же, все равноценно, равносильно, но... Хотелось бы, конечно, победы, но, блин, вот не хватает совсем чуть-чуть. Вот самое страшное, что вот когда ты пытаешься что-то делать, и прям не хватает тебе совсем чуть-чуть. Вот да прям до победного прям взрыва, бама, срама, тряма, короче, не хватает вот этого вот. Хотя, смотрите, у него сейчас вот это вот внешняя имба, блин. Мне уже не нравится, ребят. Так, так. Зря! Нормально. Хорош. Хорош, коснул хорошо. Мышки имбовы, кстати говоря. Хорошо, что у меня мышки есть. А, ну, не успеет. Вот так. Так, ну-ка. Не успел. Ой, хрен с ним. Мышки в первую очередь. Хорош. Ха-ха! Он думал сейчас... Он думал, что я сейчас этих выпущу. Вот дебилы. Не поддаваться! Ты придурок! Жестко. Блин, ребят, очень страшно сейчас становится. Хорош. Этого нужно было ожидать, но тем не менее нельзя сдаваться. Нельзя. Нельзя, 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 нельзя! Один удар! Коснул! Коснул собака, хорошо. Еще чуть-чуть осталось, ребят, еще чуть-чуть. Ах, чуть-чуть не хватило. Ну, ребят, вот я опять же говорю, вот, продолжая про вот эти 0,01 миллиметра, реально не хватает. Вот почему так не везет, а? Вот либо я заторможенно играю, либо что, либо противники лишь слишком такие дохера продоначенные. Пошел в жопу. Я буду орать, использовать свой рык. Свой зуб, сквозуб, давай, засуньте ему в одно место. Хорош. Хорош. А, чуть-чуть не докоцнул собака. Ну ладно. Ну ладно. Так, а ну-ка. Ага. Мышки.
Стоять! Куда побежал? Куда ты тоже побежал? Да? Стоп! Куда? Пошла вон. Слушайте, может, ради безопасности на вторую бабушку пойдем, а? В чем, как говорится, бабушка не шутит, давайте попробуем. Хотя бы кот с ним. Это не может не нарадовать нас. Хорош. Стоп, стоять. Ах ты дрянь! А дрянь, а собака какая, а? Стой! Еще вообще... Куда? Нет! Нет! Да чтоб тебя, ну просто! Да чтоб ты просто, ну, за свою шевалье засунь в одно место, ты понял меня? Я тебя ненавижу, понял? Ты понял меня? Уже реально невозможно, уже глотку просто дерешь... Из-за таких вот игроков, которые просто не дают мне шансов выиграть. Невозможно играть в таком темпе. Совсем уже реально от рук отбились. Кидайте какие-то мне сраных мячей, карасей, перерей. Что только не дают на мне. Совсем уже задолбали, от рук отбились. Этим нужно заняться, блин. Стоп! Нет, гад космос. Стоп! Куда? Куда побежал? Ты же знаешь, что я лучше и качественнее устроена. Давай. Без стресса реально играть невозможно. Стоп. Подожди, он ушел? Он вышел! Да ладно! Так, вот я никогда не пойму и не понимаю игроков, которые просто берут и выходят. Но зачем они это делают? Либо они понимают, что я слишком тяжелый противник. Либо что? Реально, я не понимаю их логики никакой. Но 1548 золота мы с вами заработали. Наконец-то хоть какое-то длинное продвижение. А награду мы заберем чуть позднее. Я даже не знаю, как этот ролик назвать. Миллиметр до победы.
Или в миллиметре до победы, вот как-то так. О, да. А он что думал-то? Он опять, наверное, предполагал, что я возьму этих скелетов. Ну, конечно, предполагал, что он скелетов возьмет. Говнюк. Стой. Не клацнул. Еще я его коцнул. Немножко подождем, ребят. Okay. Блин! Конечно. Еще не потеряно, ребят. Ничего не потеряно, не нужно расстраиваться. К сожалению, уже было без шансов. Но тем не менее, всего лишь одну башенку убил. Но это, опять же, говорит о чем? Что игрок явно, ну, мы с игроком равносильны. У нас, в принципе, равные ситуации. Но иногда попадется какое-нибудь слабое место в колоде, которое просто, ну, просто нельзя одолеть. Я думаю, что, может быть, это... Гата, а ты посмотри. Да, спасибо. Стой. Ну. Хорош. Мышки, мышки, давайте мышки. Пускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Эх, прогадал чуть-чуть. Говно это просто. Блин, так все это медленно пополняется, вот это мне не нравится, ребят. Самое страшное, почему-то она не убирается с первого раза. Почему Валька бессильна в данной ситуации, я не понимаю. Не, ребят, слушайте.
Мы так до утра будем играть, я вам серьезно говорю. Это реально невозможно. Противник у него на один уровень больше. Это каким образом он так вот сделал? На один уровень у него больше, при этом у него такая же ситуация, как у меня. Класс. Красота. Стой. Блин, надо хотя бы хоть что-то делать. Да, ребят, жалко. Очень жалко, что вот такие вот ситуации. Ну почему вот, ну... Да мне принц не нужен, мне нужен или вот этот самый Пека, или же вот этот вот всадник Тагабане. Мне нужен хотя бы улучшитель, ну я не знаю. Если здесь будет также поражение, то смысла продолжать я не вижу. Почему я в миллиметре от победы? Почему? Вот просто скажите мне, почему? Нас от противников разделяет одна башенка. Стрелы. Хорош. Предугадано. Причесано. И в жопу засунуто. Стоп! Стоять! Чего ты мне делаешь? Это что такое? Все тасуется от одного и того же. Кто нам противник попадется, ну, слегка слабенький, кто нам противник попадется слегка сильненький. Да это что такое, а? Что-то какая-то странная политика в данной ситуации. Странный рандом здесь работает, ребят, вам не кажется? На пару работает, заразник. Стоп! Стоп! Куда пошла? Быстрей, 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 быстрей! Как ты ж все медленно все делаешь-то, а? Блядь, ну это вообще... Стоять! Ты что ты будешь делать, ты ёкарный бабай? Одно и то же, блин, буквально на миллиметр прям вообще немножечко не хватило, зараза такая. Стрелы! Выпускай! Выпускай стрелы, выпускай! Ну, огненный шар, ну спаси нас хотя бы на несколько...
Иди ты в пень, короче. Короче, все. Финальный, последний раз. Если опять я снова не выиграю этого собаку противника, то я не знаю, что я буду делать. Я просто, ну, возьму и просто его в клочья разметаю, если найду его. Как сказал один из участников игры, Слава Зино, мы с ним встретимся на остановке, я с ним лично поговорю. Да, конечно! Умник какой, нашелся. Стоять! Стой! Говно, все-таки мощно. Все-таки коснул собаку. Ну, тварь, держись. Тоби Кобзда, понял? Все. Интересно, ну, ребят, ну это разве нормально? На восьмом уровне иметь такие скины, ну это разве нормально? Нет, конечно. У меня один аккаунт реально древний, на нем вообще ни одного скина не было. А что значит? Это значит, что я вот умом реально на него работал. Ну, ребят, ну, блин. Я терпеть не могу, а да, все медленно реально производится все. Хотя бы на полсекунды ускорьте, ну, чтобы реально было интересно. Ребят, я сейчас перестану играть, серьезно. Потому что это ненормально просто. Конечно, да. Да ты говно, ты ну просто, ну ты бездушное говно, понял? Я бездушный человек, который когда-либо видел. Ты просто нелюдь, я понял? Ты нелюдь. Хорош. Ребята, есть еще шансы, но они маленькие, ничтожные. Все, ребят, на этом, я думаю, заканчивать нужно будет. Обязательно. Все, ребят, на этом заканчиваем нашу игру. Огромное всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие-либо игры, хотят меня увидеть. Дальше смысла играть и снимать Clash Royale нет. Я думаю, что будет скоро последний ролик, когда-либо я последний раз бы играл в эту игру. Потому что противники вечно меня топят, это вообще ненормально. Либо пускай, опять же, Clash Royale пусть создадут специальный... уже все. Clash Royale-то недоступен в России. Но тем не менее... Если меня сейчас Clash Royale услышит, или компания Supercell, пожалуйста, сделайте два режима. Первый режим для честных игроков, которые без доната используют, а второй режим для опытных донатеров, где они всякие скины там используют для башен, там они читерским образом увеличивают количество ХП у игроков, у своих товарищей. Зверей, там, коней, человек, там, принцев, королей и так далее. Ну, сделайте реальную игру хоть раз по-человечески. Потому что дальше, если, опять же, это все... Ну, реально, это, возможно, интересно, но это реально обидно. Когда перед тобой такая ситуация, что невозможно даже выиграть, при условии, что тебя противник вечно давит победой с помощью одной сбитой башни. Вот так. Всем до встречи, всем пока.